Инсар разлился и в Саранске, под воду ушел экопарк на Маховой, вода вплотную подошла к домам на Посопе, затоплен нижний ярус набережной в районе Мордовия-Арены. Непростые жителям пригорода терпят бедствия в Елге, Луховке, Монастырском, Зыкове, Людмила Кусерова, паводки в столице региона. Паводок в Мордовии перешел в активную фазу, уже можно так говорить. Из-за резкого потепления уровень воды в реках начал стремительно повышаться. К середине недели Саранск поплыл. В сараях, в гаражах, в домах, у кого низкие дома, вода заливается прямо вот по колено воды. Дом бывает. Редкий год улица Маховая не тонет в паводковых водах, так уж она расположена. В низине, вровень с заливными лугами, на которых сейчас устроен экопарк, он, кстати, тоже ушел под воду буквально за ночь. Вечером по дорожкам еще гуляли люди, а утром между деревьев уже плавали утки. Чтобы вода не затопила пешеходные мосты через Ставлу, в микрорайоне Юбилейный бригада рабочих спецсервиса вычищала мусор. Неприятный опыт был в прошлом году, когда дети ходили в школу по перилам. Набилось под мост ветки большие. Будем удалять сейчас их. Делаем так, чтобы не было потопления, чтобы люди могли перейти с одного района в другой район. Сейчас в данный момент будет работать экскаватор, так как люди в ручном режиме не могут вытащить ветки из-под моста. Реки хоть и поднялись значительно, но паники ни у кого нет. Видимо, не просто так отчитывались перед Москвой о готовности к весеннему половодью. Как только Инсар затопил дорогу на улице Полевой Стан в Илге, там сразу поставили дежурить КамАЗ. Он перевозит людей с одного берега на другой. На всякий случай тут же находится лодка. На той стороне сельхозпредприятий несколько жилых домов. Разлив разливом, а дела людей никто не отменял. Пошли сейчас это кладбище копать, могилку. Завтра похороны. Завтра похороны, а как же они будут здесь проезжать? Вы тоже будете привозить? Да. По данным гидрологов, за последние сутки Инсар в Саранске поднялся на 15 сантиметров, а теперь уровень воды в реке с 460 сантиметров на пойме и 790 в русле. На улицах Кузнецкой и Партизанской в Саранске поднялись на поверхность еще и грунтовые воды. Они затопили огороды, но местные жители уверены, что река тоже сыграла свою роль. Точнее, не она сама, а заваленное русло. Теперь выйти из дома, который, казалось бы, далеко от берега, люди могут только в болотных сапогах. Она постоянно прибывает и прибывает. Она как начала вчера с 8 вечера прибывать, так и прибывает. И ночью, и весь день сегодня прибывает. Огороды затоплены, сарай затоплен, около дома затоплен, вон болотный сапогах выхожу. А в дом вода, надеюсь? Пока нет. Пока нет, ну все может быть. Может и будет. Прошлый год было, что? Прошлый год почти было. Чуть-чуть не хватило миллиметра какого-то. Гидрологи предупреждают, уровень воды в реках продолжит повышаться, ведь снег в лесах еще не сошел. Тем более ожидаются дожди и резкое потепление на следующей неделе. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев, Александр Зюзяев. Программа «В центре внимания».